ребят. Всем привет, кто если что посмотрит нарезочку. Все, погнали с самого утра. Я надеюсь, за целый день мы выполним в помойной игре без античита квест проводник. Начнем, наверное, с самого мерзкого, это маяка. Я не знаю, хватит ли мне сейчас опыта, кстати. Но спаун хороший был. За спаун, вот за спаун спасибо. На выживание, я так понял, 600 опыта, да, надо? Не 700. Или 650. Блять, я что, дневной регнул? Да ебись ты в рот. И ПНВ у меня не страхованный. Ёбаный сыр. Сколько мне еще сидеть? До 32 минуты. Нахуй он ко мне бежит? Все. Ханты. Вот нахуй ты ко мне бежишь, блять. Я просто жду, пока закончится рейд. Ну, в смысле, время. Я просто жду таймер. Зачем ты прямо на меня выбегаешь? I'm sorry. Хочешь купить топовые патроны? Увы, они закрыты за кучей квестов. А что если ты хочешь купить на свой Steam аккаунт игру, недоступную в твоем регионе? Это возможно при помощи купи-кода. Купи-код — это больше, чем сервис пополнения. Купи-код — это игровая экосистема. Они делают упор на честность и развитие комьюнити, а также организовывают турниры и предлагают систему лояльности. На сайте доступны игры, которые в самом Steam пользователи из РФ найти не смогут. Там есть отдельная вкладка «Недоступно в РФ». Там собраны игры, которые ты не сможешь найти в своем регионе в магазине Steam, но благодаря купи-коду их можно получить на свой ru аккаунт и не нужно будет париться с созданием новых аккаунтов. На сайте самые низкие цены на покупку игр гифтом. С моим промокодом JOIN2 комиссия снижается на 10%, а также кэшбэк может составлять тоже 10%, благодаря чему покупка игры становится выгоднее, чем пополнение через Kiwi, но спешите, действие промокода ограничено. Библиотека игр купи-кода полностью повторяет библиотеку Steam, поэтому вы найдете все интересующие вас проекты. Для зарегистрированных пользователей также действует постоянный кэшбэк на каждую покупку. Для того, чтобы купить какую-нибудь AAA игрушку, нужно всего лишь перейти на сайт, выбрать интересующую вас игру, в моем случае это будет Rainbow Six Siege. Далее вводим ссылку на аккаунт, используем мой промокод JOIN2 и переходим на страницу оплаты. После чего вам нужно будет добавить друзья бота и принять от него подарок. А на копи-коде всегда проходит какой-то розыгрыш или акция, которая находится вот здесь. Ознакомьтесь, участвуйте и побеждайте. У меня мейн площадка это Twitch. Бля, я деньги, да, не взял. А тачки нету, ха-ха. Я хочу на OnlyFans смотреть. Мне родители запрещают на OnlyFans стримить. Берег, потом лес, потом улицы, потом Тамогу и в конце самом завод лаву. По таймингу, по идее, на коттедже должны быть типы. Так хер его знает, может кому-то взбредет голову по дороге здесь идти. Терпим, ребята, терпим. И почему мне кажется, что я на Тамоге обосрусь? Просто как по мне, на Тамоге нереально избежать файта. Она настолько, блять, узкая. Я, кстати, недавно этот скрины Таркова гуглил. Ну, мне там надо было для превьюхи. Что-то увидел Тарков без снега и так не захотелось, чтобы этот снег убирали как можно дольше. Ну все, пизда. Вот этот Тарков, где просто все зеленое, бля, не хочу. Пусть будет снег. Вместо того, чтобы заспаунить на Юсековке и дать окраины, блять, заспаунил на Юсековках, дала ВСРФ, блять. Говно. Найса. Что это за карта? А ты по надписи Pinewood Hotel не понимаешь? Анекдот будет, если я сейчас встану и передо мной будет чел, который с МВД бежит на ТЦ. Это реально анекдот будет. Самое забавное, я сейчас как суслик из норы вылезу, такой оп. Ну, со спауном дичайше повезло. Просто, блядь, нереально повезло со спауном. Сейчас, если будет адекватная тамога, то вообще заебца. Мне самое, наверное, главное, чтобы не на Тарконе появиться. Если на Тарконе появляюсь, мне надо через всю карту будет пиздолить. Так.
Ебать с богом просто. Иди на... Только не Таркон. Ага. На ходу забей, я не попаду. Нихуя не... Блять. Ебать, он хочет меня убить, он за мной бежит. Да не, при чем тут стрим-снайпер? Подставу делает. Понял, я понял. Пиздец, просто через всю карту пробежал. Неужели? Я не знаю, как я это сделал. Как мы это сделали вообще? Я не понимаю. Ебать, спаун козырный. Спаун фантастика просто. Он на капу. Вы видите вообще этот рейтрейсинг в Таркове? Вы на лужу вообще смотрите? Или я просто так куешу? Не, этот квест реально показатель скилла. Этот квест только на скилле можно сделать. Все, ребят, остался завод. Я не боюсь на заводе челов с дробовиками, с пистолетами, да даже с автоматами. Я боюсь на заводе чела с РГН-кой. Поэтому я хочу ночную регнуть. Бля, только не бесплатный выход. Бля, я хуй знает, куда идти на выход. Ебать, убил двух ботов, пошел на бесплатку. Ебать, подмышка с дробовика, ваншот. Блять, какой кринж. Новая система бронирования. На последней локе от бота, блять, умер. Ебать. Ебаная тварь. Что вообще, блядь, здесь этот бот забыл? А, он, наверное, за голым челом шел. ВП это боль приемлемая, БС это боль сильная. УС это УС, сука. Кстати, зачем мне бежать на деревню, если я могу побежать вот сюда? И отлететь от чела. Блять, я еба... Как можно сделать стрельбу от левого плеча, в которой прицел будет уходить сверху за монитор, блять? Как, блять, как я должен нахуй стрелять, блять? У меня прицела нет передо мной. Бля, изявый, просто изявый чел, я начинаю стрелять, у меня прицел уходит, блять, в зрительный зал. Я сейчас насобираю, блять, список охуенных смертей, я чувствую. Ха, бот-куст. Еще бот-куст. Сейчас еще будет бот-куст. Я же говорил. Да ладно. О, вот это мне надо. Бля, я рюкзак у бота не взял. Ёбаный рот. Я что-то думал, я МБСС взял, а это было в другом рейде. Или пилбокс, там настройки был с пилбоксом, придурок. Бля, жаль, подпевать нельзя. Ёбаный, блядь. О, еще и не в ту казарму заспавнила. Бля, ну резерв это смерть. Походу будет сейчас. Я ссать хочу. Бля, есть проблема, новая проблема появилась. Я хочу в туалет. Yes! С дороги! Ох, блядь, аж полегчало. Па-па-па-па-па-па-па. Да ладно. Это что выходит? Мы отстреливаем двух ботов и выходим? Где там, кстати, чел появляется? Там появляется чел. А где? А вон. Там двое.
Блин, если бы я знал, сколько у меня по тест-драйву. По-моему, я одного гатанул все-таки. Нет. Где эта алкашня? Зачем, бля, чё? Пожрать бы. Монтажера охраняю. Квест охрана монтажера. Не, ща еще не потечь, ща еще развязка. В принципе, повезло. Было бы, был бы спаун правее, было бы пизда. Спауном, кстати, подвезло. Итак, мы зачиливаемся до 38 минуты, да? Етить тебя в корень. Так, на улице можно на 43-й, да, выйти, получается. Вот почему я на зеленом не хотел выходить. Хуй сосина. На БС-ках, блядь, сидит с ВД ночью на ТЦ Климова. Блядь, окраины, рейд без пролага. Чё тут дикообразов нету? Мне не помешает парочка. Парочка дикс. Вообще ни одного дикого. Ну ладно, тут одна минута. Дикий прямо. Прямо дикий. Вижу кошмарного. Блюдки прямо. Вон он, ёбок. Прямо дикий. Прямо дикий. Вот оно, вот оно, вот, блядь, даже ластовая лапкарта. Давай, блядь, умоляю, без хуйни. Не пиздобол. Я только одного не пойму, нахуй он по подземкам бегает. Bro, can I just go? I'm doing quest. Нихао, ма? No kill, no kill, friend, friend. Ну чё ты там ползаешь-то? Так это я ползаю вообще-то. За, вот, за, вот, за, вот. Шме, йоу, йоу, шме, шкэрэ, шкэрэ. Тебе прямая дорога в дурдом. Да ебать, иди нахуй. Там двойка пробежала, тут тип в подземке и еще на радио тип. То есть на карах всего один чел. Я в моменте, типа не знал, который день один за мяч. Но у меня настроение. Он в моменте чат. Бот там малого попускает. Ура! Проводник и снайпер-психопат выполнено. Ебать, я могу теперь нормально, спокойно играть в игру. Неужели? Чё, можно поиграть, блядь, и не умирать ИРЛ от того, что ты умер в игре? О май гад. Бля, знаток резерва, ну на капу вообще нужен? Да, нужен. Ну еще по совместке глухаря, может, ёбнем. Тоже нужен. Ля-ля-ля, бежит, бежит, бежит. Опа, целится. Чё, и справа бежит, ёбаный рот. Кто-то вообще с гробом несется. Очень странная подземка резерва, если честно. Нам в казарме надо, а тут что-то в казарме происходит. А, да? Ебать, они тут малютку загнали. Малютку не трогать. Мистер Крабс. Бля, ну что-то с ника Мистер Крабс немножечко в шепот. Мистер Крабс. Мне очень, кстати, импонирует выход на совместке. Короче, ждем гавриков. Пойдем на совместку. Бро, здорово. На совместку, гоу. Я тебе лута дам. Ты чел, что ли? Ну да.
Тебе, браза, сотри. На контакт идут. Да не, не, спасибо, братан. Да это похуй чужое, бери давай. Подожди. Ну-ка еще что-нибудь скажи. Да-да-да, я Несп. Да. Какой Несп? Джоин. Несп, Несп. Чё, передавай приветы. Надо же все... ютубовским всем привет, потому что я с ютуба. Твичи. Скучно. Твичу, блин. Ой, Твич скучно, ясно. Повезло тебе, что мы исчезли. Твич говорит скучно. Я стерплю, ладно, ладно, я стерплю. Что на резерве надо? Глухой. И бессонница. Вау, мы кого-то нашли. Причем не теплаком, а просто ушами. Да нажимался, подонок? Да нажимался, блядь. Вот ты и пойман. Блядь, чел, который в чате написал, пипец, у ЧВК палец длинный, нахуй ты это сделал, я теперь только на него и смотрю. Мне кажется, кстати, у него палец вот здесь заканчивается, эта перчатка просто на два размера больше, чем ему надо. Ну, честно, игрок перед собой ничего не видит. Ебать, я чем стреляю, нахуй. Ебать. У меня что, аймлок скрытый был на бронеплиты или как? Реально, вот это, блядь, охуенный тип меня убил. На скеле прям. Ебать, там что-то жесткое происходит. Ебать, я его убил. А чё это мы без звука умираем? Короче, глухого нету. Я тут на депо сколько типочков. Вообще, блядь, настолько безидейно и глупо, я ебал. На характере, но пиздец как глупо и безидейно. Зато на характере. Базара нет. Там на холме кто-то пробежал. Бля, он в курсе, что он тут мог пролезть в дырку и дальше играть свой рейд. Бро, я пройду мимо на совместку, ты пропустишь меня? Ты можешь тут лутаться, я тебя не трону. Да? Я, короче, пошел. Тут еще три трупа в другом ангаре. Лутай, лутай. Hello, hello. Да. Ясно. Блять, чел на холмах, я забыл про него вообще. Ёбаный австралопитек. А, это челобот вообще был. Сука, ну ты и мразь. Что терпим? Угнетение от Буянова. А вот это не бот. Или бот. А мы сейчас узнаем. Через щиты. Да, это был ЧВК. Ебать, друг, ты где на лута уже? Ой, блядь!
Я, кстати, выйти еще не успел, он уже по камню хуярит. Это, блядь, животное сидит под скалой, другое через всю карту хуярит. Ох уж эти, блядь, профессиональные снайперы ночью. Игра просто, блядь, без античита. В ней нет античита. Если кто-то скажет, что он есть, я ему харкну прямо в еблище. И буду прав. Вчера ходил по квесту на ночной лес и просто упал замертво. А оказалось, что это геймер без прицела с КД-20. А я вам скажу, почему это. Потому что в лесу квест убивать штурмана с прицелом условленным. Этот прицел стоит 90 тысяч. Соответственно, софтер бегает без прицела. Как только появляется штурман, он из-под сумка, из жопы достает этот прицел, убивает его и вуаля. У чела, купившего, блять, выполнение этого квеста, квест выполнен на аккаунте. Я, наверное, просто хочу строечку занять. Мужчина, вы слегка быстрее должны были умереть. Так далеко выстрелы эти. Да ебали, блять, какие вы живучие, нахуй. Чё ты там пхэ, да умрите уже, чил. Да, но тут спасибо еще ботам, что инфы столько дали. Даме-дане, даме-ё, дане-даме-ё. Боже, как мне больно в это смотреть. Вам тоже, наверное, да? Смешание ночного снега по НВ и бейсбола, это кринги. Гений. На ночной рейд с HPC. А, тут чертые плиты, ладно. 4 за один рейд, это, кстати, норм. Это прям вау. Бредик, ребят, не пишем. Бредик бан. Ха, рейд окончен. Опа. Ебать, аж свистнуло от его шлема. Все, снимай, давай, наводи на меня, делай. А, ты не умер, ебать? Это было 3 типа в пати, которые воевали с ботами, будто это PvP было. Мяу, 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 мяу. Джеронимо! А! Мама! Я не могу, я паникую, иди нахуй! Я сидел, блядь, станок чинил. У него, кстати, были патроны. Он просто не стрелял. Может, это хуйня? Блядь, у меня тут чел что-то лутал и убил меня с двух попаданий. Пиранья, блядь. Ну, конечно, пиранья. Бля, я не верю, что он мой выстрел с вала не услышал. Он в ПВП челика убил? Ах ты негодяй. Ну вот иди этот воин с МП5. Да почему они стилят мои киллы? Двойка Старкона с жетонами оба. Блять.
Ебать! Миха, револьвер! Иди сюда, нахуй. Миха, давай ко мне, быстро. На разговор. И Миха такой, может не надо? Я такой, да я бить не буду. Ну не надо. Да я не буду бить, подойди. Ну не надо. А в голову. РГД-5 живот. Ой, зай, у меня что-то животик урчит. Дорогой, на тебе РГД-5. И человек, уа! И, кстати, того самого Миха револьвера убил. Правильно. Ну, когда режим огня переключил, я сразу понял, что это АПС. Только у АПСа такой звук переключения огня. Это одна выстрелка была, МРК. Ну все, ладно, блядь, бегу, окей. Ебать, их трое, оказывается, а не двое. У меня есть ощущение, что они дезу делают. Все-таки вдвоем под одним бревном лежали. Саня, принимай его, Саня, я крою. Саня, тут один пенек, давай, ложимся. Ложись, Саня, ложись. Саня, уходи, блядь, беги, я его держу. Саня, спасайся. Блядь, Саня, мы не уходим, все, лягли. Принимай, я перезаряжаюсь, Саня. Патроны, нападай, дави, блядь, длинными, дави, Саня, дави. Саня, дави его. Саня, ложись ко мне, я тебе тут подогрел. Хорошо. А, все, тут уже светает. Сейчас... Хлебом и солью челоботы встречать будут, хотел я сказать. Ты не там лег, дружище, там вон двое лежат, присоединился бы. Обидно, этого по бессоннице не зарегало, по идее. Давай я тебя отпущу, сори, давай мирно, да? Или не? Нихао? Иди нахуй. Он мне хуйню какую-то дал, лютую. Итога, бессонница 16 из 30. Не, ну неплохо на тамоге делается. Короче, чё, гайз, я на этом, наверное, закончу. У меня что-то голова побаливает. Все, ребят, всем чао-какао. Спасибо, что посмотрели. Сегодня был дурка стрим, я чуть не ёбнулся. Вы, правда, этого и могли не заметить. Вот, подпишитесь на телегу, там уведомления, настройки и прочее. Тем, кто посмотрел, тоже нарезочку. ББ, ютуб, ВКП, ББ.